Мы находимся возле стадиона «Центральный» в городе Гомеле. Проект стадиона заимствован у стадиона «Сатурн» из города Раменское Московской области. Есть небольшие отличия. Центральный стадион отличается от стадиона в Раменском всего лишь одной трибуной, и это северная трибуна. Северная трибуна отличается неспроста. Рядом со стадионом расположен отличный дом, известный всем по улице Портовой. Этот дом вписан в концепцию стадиона. В доме была заменена крыша для того, чтобы на панорамных фото было видно, что стадион и дом входят в одну концепцию. Много легенд ходит с домом по улице Портовой. Одна из легенд гласит, что жильцов этого дома хотели расселять и дом просто сносить. На данный момент, как мы видим, этот проект не реализован. Жильцы дома часто попадают в камеры объективов фотографов, видеографов, на прямые трансляции и просто на глаза обычным болельщикам. Мне доводилось видеть шумные компании на балконе. Часто бывает, что люди очень активно поддерживают нашу команду. Там целуются парочки. Также он оборудован отличными навесами, которые позволяют играть в любых погодных условиях. Осветительные мачты стадиона освещают всегда. Соответственно, можно проводить матчи просто круглые сутки. Стадион имеет классную посещаемость во время чемпионата Республики Беларусь, так как является футбольной ареной для футбольного клуба «Гомель». Но несмотря на то, что «Гомель» имеет отличную посещаемость, мне доводилось видеть полностью заполненный стадион всего лишь несколько раз. Один из таких разов – это приезд в наш город Ливерпуля. Этот матч подарил нашему городу настоящую атмосферу европейского футбола. Каждый болельщик футбольного клуба «Гомель», да и просто обычный житель, помнит этот матч, и он навсегда останется в наших сердцах. Сзади меня шикарное поле – 105 на 68 метров. Стадион является истинно футбольным, так как на нем отсутствуют беговые дорожки, что создает непередаваемую атмосферу. На стадионе есть электрический подогрев, но этот подогрев не включается никогда. Ходит масса легенд, что, скорее всего, если включить подогрев центрального, просто обесточится центральный район. Но, скорее всего, это просто мифы, и подогрев не включают в целях экономии. Ежегодно возникают вопросы по поводу поля стадиона. После зимы поле часто бывает в очень плохом состоянии. Работники стадиона прикладывают все усилия для того, чтобы восстановить траву, например, во вратарских зонах. На стадионе создаются мини-парники для того, чтобы трава смогла вырасти. Помимо этого, стадион часто страдает от проведения массовых мероприятий. Например, в 2018 году поле стадиона получило интересную отметину в форме НЛО. За моей спиной находится классное табло. Его размер 10 на 6 метров. И это табло, которое транслирует различный контент во время футбольных матчей. Можно посмотреть прямые трансляции, повторы опасных моментов. На протяжении всего матча на табло можно увидеть фамилии отличившихся игроков и возможности замен и забитых голов. Но самое интересное, что сзади табло расположена дверь, о которой далеко не все знают. Туда может попасть техник стадиона для того, чтобы осуществить какие-то ремонтные работы, либо проверить и наладить оборудование. Сейчас я приглашаю вас туда, где мне довелось посмотреть большую часть матчей на центральном стадионе. Я пришла на этот стадион в 2005 году. Ну и осталась здесь навсегда. Футбольный клуб «Гомель» в моем сердце безвозвратно. Первый матч, на котором я присутствовала, был «Дарида Гомель», и наша команда одержала уверенную победу. Сейчас мы будем подниматься по зелено-белой лестнице. Лестница такая совсем недавно, ведь ее покрасили к 30-летию фанатского движения в городе Гомеле. Мы находимся с вами на фанатской трибуне. Эта трибуна для фанатов была выбрана не случайно. Во-первых, здесь удивительная акустика, что позволяет создавать классную атмосферу на протяжении всего матча. Помимо этого, трибуна находится в достаточном отдалении от южной трибуны, где чаще всего располагается большее количество болельщиков.
Чаще всего на этой трибуне размещаются фанаты футбольного клуба «Гомель». Но на моей практике было несколько случаев, когда на этой трибуне размещались фанаты приезжих клубов. Один из случаев, когда к нам приезжала «Легия» из Варшавы. Здесь, на трибуне, размещались темпераментные поляки, а нам отдали трибуну строго напротив. На этой трибуне никогда не сидят, ведь это трибуна активного боления. Уже на протяжении длительного времени на трибуне не слышны фанатские возгласы и заряды. И команду некому гнать вперед. Фанаты отказались от активного боления, ну и атмосфера на стадионе стала совершенно другой. Нет того антуража. Но ведь мы должны помнить о том, что история пишется не только футболистами, но и болельщиками.